fly. Латиноамериканские танцы – это олицетворение чувств, страсти и внутреннего огня. Это хороший способ раскрепоститься, перестать быть стеснительными и просто выразить свои чувства партнеру, даже не прибегая к словам. Ведь каждый танец повествует историю. Об экспрессивном, ярком и порой даже откровенном танце нам расскажет главный преподаватель танцевального клуба «Галаданс» Евгений Арапочкин. Здравствуйте, Евгений! Доброе утро, Аим! Привет, студия 156! Теперь вы у нас в гостях и добро пожаловать в мир танцев! Да, мы очень рады, потому что мы вместе со зрителями телеканала Hit TV решили погрузиться в этот мир танцев. И наш первый урок – это урок латины. Я думаю, что сегодня хороший день для того, чтобы попробовать такой романтический танец, как румба. Если у вас есть желание, у вас будет танец. А шаги научимся с легкостью. Желание у меня есть, тогда мы… Приступим. А как же бороться со стеснительностью? Знаете, это как разговор. Вначале ты стесняешься немножко смотреть в глаза своему собеседнику, а потом привыкаешь к тому, что он есть, и со временем становится тебе с ним настолько комфортно, что даже не хочется отпускать. Так и в танцах. Я слышала, что в спортивно-бальных танцах парень, то есть партнер главный, голова, а девушка всего лишь ведома им. А как же справляться со строптивыми девушками? Нет красивой пары без шикарной партнерши. Угу. Поэтому здесь очень важна, конечно же, девушка. Ну а строптивость нужна настоящему мужчину рядом. От сегодняшнего урока я получила море позитива и хорошую физическую нагрузку. Правда, у меня еще не все получается, но я стараюсь. Собирайте свои сумки и бегите в танцевальный зал. Учитесь доверять своему партнеру. А я пока еще потанцую.